Так, кринж ТикТок? Да. Слышишь, у них типа звук появился. Да, да, да. Срет, сука. Это вообще уже, слышите, край прям на... Типа, ну мать реально ёбнулась, уже на туалете снимает. Импостер срет. Этого я не понял. Милая девочка вроде, что попала сюда. Мне даже зашквар, мне хочется Джулу свою выкинуть. Все мои волки делают. Я хуею от тебя, как можно быть такой прям а. Слушайте, о! Вот я въебал, каркнул или чё? Верблюд ноги расставил, слышишь? Рогалик, а ты не мог вообще на шпагат там сесть? Мам. Во! Слушай, что он маме своей скажет. Да это точно маме? Да. Всех интересует вопрос. Было ли у тебя в попу? Саша, все поговорили. Ну было или нет, просто скажи. Ты ничего умнее это придумать не можешь. Ну было или не было? Значит, было. Как я Блять, я бы пошутил бы, но не хочу потом извиняться. Так у него в попу было, наверное. Это вообще что должно произойти, чтобы ты с мамой вот такие вопросы задавал? Ну это какое-то максимальное доверие, не знаю, как у Сани. Проблема. На меня оставил все твой парень. На меня проблема, у меня прямая тёлка. Это реально проблема. Это артхаус, вот посмотри. Челюсть снизу превратился в камень. Меня манит, руки тянет. Я проблема. А что с ней вообще? Не знаю, шугами. Чем она это сделала? Кухня розы сзади, стул-то какой, ты видел? Офисный. Ага, балдежный. На твою чем-то похоже, кстати. Чё? Ты про мою девушку или про мою кухню? Про кухню. Про стримершу или про кухню, которая у нее на фоне? Блять, про кухню, которая у тебя на фоне. Нет, на мою не похоже. Всем привет. От королевы. От королевы. Кто там пернул на заднем фоне? Ой, это, короче, как я понял, он ее ебет, пацаны. Да, как я да. понял. Прикинь, типа. Как ему повезло. Чё ему повезло, блядь, типа? Чё, почему? А чё, не повезло, что ли? Чел, я тебе... Иметь... Блядь. 18 лет ей? Или 19? Что? Чё? Сколько ей? 19 или 18, я не я помню. Тебе говорю, Васян, расскажи, как это работает. На Изи моей девушке 16. Чё? Чё? Да я шучу, блядь. А потом ты удивляешься с наших шуток. Но да я могу шутить как угодно, а вы, блядь, аккуратней. Давай, ну и как это работает? А чё, как работает? Как секс? Ты достаешь член. Да нет, да лона. Когда тебе 40, а ей 18, блядь. Вот так как это работает? А чё? Ну, есть девушки, которым нравятся парни постарше. Так, подожди, откуда Вася это знает вообще, нахуй? Так он зачем же сказал, что его девушке сколько лет. Так это шутка. У Васи его ровесница. Не может быть. Пиздёж. Я чё, был по***ь? Блядь, я тебя дефую, дурак. А, ну да. Мог бы как-то и... Ну ты можешь рассказать или нет? Да что там рассказывай? Чё вот, как это, как что, как работает, блядь? Я думаю, что специально тебе сказал себе помоложе, что ли? Да. Нет. Короче, ребята, показывайте не тот пресс, который вы в зальчике накачали, а тот пресс, денег. А тот пресс, который скопили на обедах, понимаете? И все. На пенсии, блин. Видите, он пенсионер. И он пристроил и свой он старый может, пенис. Да, и он может говорить, типа, да мне по... Это чисто моя пенсия, потому что я в свое пенсия. Время очень много работал. И у него пенсия там 20 тысяч рублей, и он и такой, и он среди пожилых самый, блядь, богатый, ребят, я вам так скажу. Это знаешь, что они встречаются, мне кажется. Чё? Они такие думают, оп, чё. Блядь, чел, на самом деле он ее в школу, ну, как-то забрал, блядь, один раз, и типа так и забирал. Дядь, он думает, через 20 лет. Точнее, она думает, через 20 лет квартира, стабильность. А, да, слышишь. Он же вообще прям. Ты торчать не будет, блядь. Да. А тот и шарит это, ему по...
У них, ну, как бы... Он, ну, слушай, типа, да, 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 если он понимает, а чё плохого-то в этом? Чё плохого, реально? Ему квартира после смерти не нужна, по факту, а ей, да. Просто это там жизнь. Такие тиктоки, ёб... Она подмышки не бреет, кстати. Это, между прочим, не окей! Это очко! Бля, не понял прикола. Полгода, блядь. Чекнем брендовый швы. Вообще, бля, ребята, вот это бренды. Все в ТикТоке. Она амбассадор ТикТока, ты не понимаешь, блядь. Бля, вот поэтому она в кроксах стоит, блядь, каких-то. А там сзади чан такой, слышишь, там, блядь, по-любому зелье варит, блядь. Чисто сейчас на метле подлетела такая, ТикТок записала. Где ведьмак, блядь? Где ее Нимбус 3000? Все на стиле, а я лучше. А там бутылка в рукаве застряла, или что это, блядь? Че над мерчом запариваться? Тикток, блядь, печатаешь на всякую хуйню. А, только, Вов, нужно знать, где продавать. Ну нужно, да, продавать дело. По регионам, блядь. В Москве такое говно у тебя никто не будет покупать. В смысле никто, блядь? Жожа? Ну. А, но он тоже в регионе, кстати. Вот это трэш, смотри. Боже, что ты натворила. Станислав, 9. Май гад, как это мило. Это мага фейскил, блядь. Как бы... Как бы выглядел кекс в третьем, если... втроем, если бы мы были сверху. Про что это речь? Вась, поясни. Про третий класс. Секс в третьем классе. Не, втроем. Или тогда бы там ем было. Ё, а там ем. Значит, третьем. Нет, они просто безграмотные дуры, и все. Так, если бы мы были сверху, секс втроем. Да. Я говорю, как эксперт в порно. Тёлка может быть сверху, но у нее будет все равно, типа, она сверху будет, неважно. Ау. Блядь! Ой, блядь! Какой втроем? Васян, вот почему ты не встречаешься вот с таким? Это, знаете, вот из стиля что-то. Можно сфотографировать меня, пожалуйста? Бать крендель, конечно. Я взлетаю, как ракета, для меня и вся планета. Тебе это, было бы 10 лет. Да там все в Петербурге такие, я тебе скажу. Там каждый третий вот, такой ходит. Скажи, вот 10 лет тебе было бы, ты бы все равно бы флексил бы у ламбы вот так вот, если бы увидел. Ну я бы точно, потому что это моя мечта. Тачка моей мечты. Чего бы не пофлексить? А нахуй тебе ламба в этой стране? Логически подумай. Да ты пиздюк. Тебе похуй. Возьми себе трек-хоф, где ебать по этой стране, блядь, где угодно. Какой трек-хоф? Я пиздюк. Я играл в Need for Speed. И что? Я увидел эту тачку в игре и сфоткался с ней. Пофлексил около нее. Какой трек-хоф? Я даже не ебу, что это. Мы о чем сейчас вообще? Не знаю, я смотрю на эти, вот эти ламбы, Феррари такой. Не мое. Ну, мне не нравится ламба. Все тащатся. Мне не нравится вот ламба. И мне вот такое вот, в принципе, заостренная хуйня мне не нравится. В принципе, блядь. Ужасный автомобиль. Непрактичный. Но если бы она у меня была, она бы у меня просто в гараже стояла, чуваки. Я бы выкатывался на ней, знаете, в магазин, блядь, какой-нибудь. Знаете, в какой-нибудь ТЦ элитный. Приехал, поставил, выехал, заехал назад и все. Потому что на этой машине ездить негде, блядь. Без бампера точно отъедешь. Да, вот про Питер, кстати, слышь. Мужчина какой, а? Про Питер хорошая шутка была. Так это не шутка, чел, там реально так люди ходят. Это да. Это правда. Я сейчас нарыгаю, слышь, что он делает? Смотри, что он дальше сделал. Ты охуеешь. Это я на лицо скажу. Бля, чел, тихо. Да. Я только на стримах меня рвет. Я вот сам смотрю, я контекста не вношу. На стримах меня почему-то тошнит. Я сейчас нарыгать хотел. Ну здесь давай дальше, ёбнутый, блядь. Быстрее, фу. Милый, милый, это платье Дольче. Чел, прикинь, вот брановская бабушка, блядь. Ходи в храм, нормально все. Нахуй. Писать под этот звук. Вот продолжай, этот... продолжай, я скоро... Она потом ходит, исповедуется, слышишь, блядь. Извините, я под такой трек-то станцевала. Продолжай, я скоро кончу. И твои маленькие сиськи не возбуждают.
слышишь? Может быть, она бабуля. Чё ты к ней приебался? Может, она просто мечтает, чел. Может, у нее муж пьет, там, я не знаю, тракторист какой-нибудь. И бьет ее нахуй. Да не, ну не похоже. Не-не-не. Зато она хозяйственная, ей 15. Я взяла твою зарплату, завтра накачаю. Почему такой красивый? У меня родители просто старались ночью. И вышло вот это. Слушайте, я что-то охуеваю, столько не смотрел и включил, и охуеваю теперь себе. Вот это я скипнул, вроде. Это, блядь... А это, всё. Слушайте, это я немножко описывалась, ну я же старенькая, мне 72 года, подштанники обоссала, вот сейчас их сполоснула, слушайте, думал, чем воняет. Я... Это я тоже скипнул, вот здесь чуть-чуть. Ой, я сегодня в беременна 16 такое видел, блядь. Тебя красивая ночь в 12. С меня красивый сын 32. У волков закон такой. Умрет она, умрет и он. А у людей закон иной. Умрет она, а он к другому. Милый, милый. Ой, скипни, скипни. Да? Он пузо покажет свое, да. Ну это неприятно просто. Он пузо покажет. Серьезно, я сказал, фильме не будешь. Буду. Серьезно? Серьезно, я сказал. Почему все ненавидят таджиков? Потому что они... Это где такие вагоны? Это в Москве, чел уже. Нет, это чайка. Уя, какой, блядь. Девчонки, снимающие колготки, выглядят эротично. Не смотри, дурак. Почему ты пялишься на мои ноги? Потому что ты их показываешь. Нет, там другой ответ. Чё оказаться между ними? Ну аж все ж анимешники странные, ну реально. Правда. Нет. Да. Ну, нет. Я с Васей анимешники. Ну. Ты странный, Сань. Ты странный, реально. А, ну блядь. Девушка. Всё, так уберёт, смотрите, так уберёт. Ты плюнула мне в душу, я плюнул тебе в шаурму. Не знаю, мне что-то прям радостно за него. Да, да, да. Я уважаю чуваков, которые делают. Он любит свою работу, это охуенно. Не, вот у них самая вкусная шаурма всегда. Которая души делает. Не уходи, не оставляй меня одного среди пустоты. Ты была мне светом. Чё ты в камеру палишь, ебан? А это чё, на фоне Киева, блять, вот это? Питерский Киев, Спартач. Спартаки 16-го года, ребята. Вся планета, чёрно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе дорос. Бля, а ещё модно до сих пор подвороты делать? Слушай, у нее такие подвороты, мне так... Блять, меня больше всего, радует. Ебаная девятиэтажка, где одно окно. Не, слушай, Вов, да присмотрись, там были окна, их заделали. Нет, нет, да, было, блядь, три окна. Теперь чисто дурка такая, там один чел, который хорошо себя вел, ему выделили комнату, где он там может в окно смотреть. И то, наверное, там это в толчке окно такое маленькое. Страшно вкусно. Бля. Это что, сотка летит? Погнал тебя под буты. Ну это всем платят за эту хуйню. Этот бесплатно сделал, блядь. Я сегодня их купил. Он даже не шарил, наверное, что это реклама, блядь. Да-да-да, это ж, наверное... Думает, о, какой это маска фильтр. Для рекламы была сделана, да-да-да. Видно, с кости хрустят как... После работы, ребята. Это помнишь охранник? Да, точно. Здорово, ребята, маску на надо одевать, потому что здесь полицейские много. Жужжов 40. Они тюрьму посадят, смотри, и вы тоже одевайтесь. О, осторожно, ребятушки. Эу-ау. Эу-ау, бля.
Маску надо надевать не потому, что безопасности, а потому что... Это как, знаешь, ремень пристегнуть, знаете? О, тихо, там менты, блядь, ремень такой. Я проехал пост такой. Ну, типа, это у нас вражки всегда такое. Которая без ума от вас, сэнпай. Я не понимаю прикола, блядь. Какой, типа, возраст, когда вот потом начинаешь полнеть, вот, как мамка выглядит? Вот, как, где точка отсчета вообще? Это не за возраст зависит. Не за возраст зависит. А как за собой следишь? Нет, как за собой следишь? Ну, обмен веществ, он у тебя замедляется из-за того, что ты хуй, типа, что-то там хаваешь где-то. И так. Из-за обмена веществ, да, такими становятся. Можно после 16 так, типа, тебя разъебать. Вообще после родов, говорят. Не, там чисто психологическая хуйня. Наступает после родов. Там вот эти вот одноклассницы, бля, в параше снимающиеся. БТУ! Это школьницы, БТУ! Не, дядя, это путяга 100%, дядь. Уверен? Ну, по сральнику видно. Да, что там другое. Да, блядь, за что это все? Твои поступки. Скажи, когда пройдет. Тогда, когда отпустишь. Куда меня унесет. Не знаю, Бога судит. А чем прокладывает? Обзор на бабушку. Доводила, протянул аукс. Все мои волки делают. Это Джокер и Харли Квинн, сельская версия. Че за пиздец? Модестолы какие-то странные все-таки. Типа, я вам так скажу, блядь. Чел, сейчас поорешь. О-о-ой. Чел, это знаешь, типа, когда на перемене зашел, блядь, в туалет, а там чел срет. И ты такой с телефоном скорочил, блядь, залетаешь такой. А че он такой красный, блядь? Ну он скакает, блядь. Он тужился. Да он крылышки из KFC въеб, слышишь? Ебать. Я взлетаю, как ракета. Шапка-петушок, вообще ништяк шапочка, ребята, выкидывайте нахуй на помойку, у кого она есть, блядь. Это чувихи тупо после 2006-2008 вылезли, 2012-го, блядь. Чувиха нет, слева, справа Таня, типа, слева чувиха. Не, ну справа чел, мне кажется, в России они будут во всех эпохах. Чувак, да. Вот справа так выглядит Анджело Дота 2, блядь. Он выглядит. А слева с 2008-го, брови, понял, вот эти вот так вот обведены. Ребят, мне бы, я бы изменил, вот честно, вот такой. Так там две, шаришь? Когда водила протянула. Когда муж таджик на драке, я его маленькая копия. Укся включу, все мои волки делают. Лена, Лена, Леночка, юбка по коленочке, моя девчонка. Когда пришел писать заявление, блядь. Русская, на ней девчонка узкая. На алименты, блядь. В больнице где-то. Мама, мне скинули пейстпин, где этот должен быть свет. Запомните раз и навсегда, девчонки. Мужики не умеют любить. Да, блядь, ты нахуй... Да. За что тебя любить вообще, типа? Красивые глаза и брови, как роса. Большая квартира и колбаса. А еще прописка в Москве. Вот если они отдают все свои деньги, им приходится любить. Я не знаю, надеюсь, у нее есть внук, который у нее пенсию заберет. Вот отвечаю. И просто задонатит какому-нибудь стримеру, блядь, несчастных 10 тысяч рублей, чтобы она такую хуйню... Пиздец. Запомните это раз и навсегда. Да. Глен, ты... Слышь, Сань, что за уёбище? Это Джоин Тайм. А, это я, да. Спросил, да, он? Кто ты тут забыл, блядь? Это Джоин Тайм 89. Прошу заметить. А, где скинул фильм в чата? Блядь. Что за три еблана, блядь?
бумага, а вы совсем забыли, как летает моя лампа. Он вообще слова знает? Нет. Блядь, чел. Гелен, комбикорм, а. У меня такой же тикток с тобой есть, так что не уйди. Да ты, блядь, там видно, что я кринжую. Вселенная. Жена, да. А ты знаешь, почему 8 марта именно ваш праздник? Чел, что за гвоздика? По-моему, это Габзавр, не? Да, что-то хуй знает. Блядь, смотри, где он побывал. Смотри, сколько холодильник, блядь, там. Наискосок, кстати, стоит, если что. Он побывал в Костроме, в Волгограде. Ты можешь обрезать снизу? В Подольске. Все. На самом деле, все из Коломны привез. И везде магнитики купил. Ну и почему? Потому что в восьмерке две дырки. Намек. Две дырки у меня, сейчас скажет. Мы с девчонками давно перенесли уже на 11-е. А это еще почему? Потому что мы не хотим две дырки, мы хотим две палки. Здесь... Бля, пенсионный фонд шутки хуячит. Как сделать картошку фри в домашних условиях? Чистим картошку, режем ее. Чел, сделай, подойди и скажи. Рецепт маринования огурцов просто. И вот эту хуйню надо возвращать, понял? В 2016-м люди кидали пасту стримерам о том, как мариновать огурцы. Мариновать огурцы, реально. Всем привет! Вот вам рецепт маринования огурцов. Блядь! Чувак, я придумал идею для видоса, короче, пиздите. Подходите к рандомным людям и тупо пасты с твича популярной зачитываете. Бля, нет, там, боюсь, там половина ебальников отлетит. Так в этом-то и смысл. Ой. На соломке заливаем кипяток в кастрюлю и вылаживаем. Потом второй раз это делаем, и все. Вот. После зоны вижу насквозь маринованные огурцы. Да не мне, мне не надо кидать это. Ребят, прикиньте, там X-Ray вкачали пацану, который отсидел. Это он же хуярил, да? Да. Так он видит насквозь, блядь, смотри, Пепси. Это герб Южной Кореи, а не Пепси. Это не герб, а флаг, двоечник, блядь. Ой, флаг. Во-первых, я подумал, что это значок Пепси изначально.